Всем привет! Вы на канале Алина Резельман ТВ. Сегодня я хочу рассказать о том, где можно вкусно поесть в Москве по доступным ценам. Я пишу ресторанный гид уже более 5 лет. Кстати, на моем сайте вы можете найти много описаний ресторанов. Сегодня мы с вами в ресторане «Барашка». Я сейчас расскажу, что лучше всего попробовать в этом ресторане. Ресторан «Барашка» — это своеобразный бакинский дворик в центре Москвы, адаптированный в модное европейское патио. Современный европейский интерьер, сервировка, подача и традиционная азербайджанская кухня — сочетание необычное, но абсолютно логичное для такого города, как Москва. Ресторан «Барашка» — это уютное и неординарное местечко, где можно отлично провести время с семьей или друзьями и всегда сытно перекусить. Стильная деревянная отделка, дорогая мебель, цветастые подушки и оригинальный декор – все это располагает к неспешному отдыху. Шеф-повар ресторанов «Барашка» Бахтияр Алиев состоит в гильдии шеф-поваров России. По мнению шеф-повара, главное в кулинарном искусстве – это качество продуктов, которые, кстати, доставляют в Москву прямо из Азербайджана. Для гостей московских ресторанов «Барашка» Бахтияр Алиев со знанием дела адаптирует под европейский вкус блюда кавказской и азербайджанской кухонь. Кстати, мои любимые блюда – это котлетки из кролика, голубцы по-бакински. Мне также очень нравится азербайджанская паста и традиционные закуски, как бакинский салат, например. Надеюсь, эта информация оказалась для вас ценной. Не забывайте заходить на мой сайт, подписываться на мой канал, ставить лайки. Я всегда рада встрече с вами. Приятного аппетита и до новых встреч!